Сегодня я хочу рассказать вам, на что мы планируем потратить и уже распределили наш материнский капитал, точнее, нашего ребенка. Поехали. Мы зашли, кстати, в кафе возле дома. У нас тут сеть. Какая интересная здесь кофе, круассаны достаточно вкусные. И решили здесь паузу сделать, потому что удобно и с ребенком, не так много людей, есть место. Хотя вот во многих кафешках такого нет. Это, кстати, большой минус. Так вот, мы были в банке, получается, позавчера, подали заявление, я приехала, написала первоначально в чат сотруднику, что мне нужно для того, чтобы распределить материнский капитал на ипотеку. Я решила уменьшить именно сумму ежемесячного платежа, было два варианта, сократить полностью, ну, то есть уменьшить срок или ежемесячный платеж. Вот, я выбрала ежемесячный платеж, мне сказали с собой в банк взять оригинал паспорта, оригинал СНИЛС, соответственно, либо договор купли там, либо ДДУ, то есть как приобретала квартиру и, соответственно, кредитный договор, и так нужно было знать кадастровый номер, да. Вот, и мы все это подготовили, приехали, достаточно быстро нас приняли, на самом деле эти документы практически, мы их просто посмотрели, то есть их не сканировали, сканировали только паспорт и заявление, которое я заполнила, уже сотрудник сам заполнял на компьютере, но у меня ипотека в Альфа-банке, вот, на самом деле очень было удобно, быстро все заполнили, я просто подписала, сканировали заявление. Оригинал заявления отдали мне и сказали, что нужно будет подождать там день-два. Это заявление уходит в центральный офис, где именно работают, соответственно, люди по ипотеке. Они его рассматривают сами, они делают запрос в ФСС. ФСС, если, соответственно, одобряет, то в течение 5 максимум рабочих дней должны прийти денежные средства на счет. Вот в этом заявлении ты как раз как бы указываешь, что ты просишь банк открыть дополнительный счет тебе для распределения данных денежных средств. И соответственно, мы его заполнили, они его отправили через 2 дня, то есть вот сегодня, это получается на второй день, уже был ответ, что все одобрено со стороны ФСС, и, соответственно, максимум в течение 5 рабочих дней должны быть денежные средства перечислены, и после того, как денежные средства поступают на счет банка, максимум на следующий день должны произвести взаимозачет и выпустить новый график, который отразится, ну, как мне, по крайней мере, сказали, у меня в личном кабинете. Вот, достаточно все просто, поэтому если планируете, ну, потратить таким же образом, пишите первоначально, может быть, или созванивайтесь с оператором, там, с менеджером вашего банка, вам подскажут, потому что, может быть, в разных банках чуть-чуть разные условия по поводу этого. И все, в принципе, достаточно быстро и дистанционно можно сделать, только один раз приехать в банк. Все, всем хороших, прекрасных дней. Пока! Скажи пока-пока. Пока. Пока-пока. Пока-пока скажи. Где мать? Ой, как твой стиль.